Одна из мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции – проведение ПЦР-тестирования. Сейчас его осуществляют либо по прилете в аэропорту, либо по предварительной записи во взрослой поликлинике. В нашу редакцию неоднократно поступали жалобы на организацию процесса тестирования. Сегодня съемочная группа телеканала «Север» также столкнулась с проблемами при сдаче теста экспресс-методом. Александра Литкова расскажет подробнее. Назначенное время для сдачи ПЦР-теста экспресс-методом во взрослой поликлинике с 13 до 13.30 часов. К этому времени у кабинета уже собралась небольшая очередь. Проходит 10 минут 15, однако прием никак не начинается. Да недовольны обслуживанием. Чем я недоволен? Только этим. Написано в расписании часу дня. Прием всего 40 минут. Мы уже сидим 20 минут. Люди собрались, и никто не принимает. И никто этот вопрос решить не может. Обращаюсь в регистратуру, меня посылают куда-то к старшей медсестре. Почему я должен искать старшую медсестру? Это если их обязанность. Я оплатил ПЦР-тест, пришел сдать его. Меня не принимают. И не только меня. В регистратуре учреждения всех, кто жаловался на задержку приема в кабинете, отправляли к старшей медсестре, которая находится в отпуске. С опозданием на 25 минут прием все-таки начался. Так, время 15:21, в кабинете никого нет, приема нет до сих пор. А это вы принимаете в Москве? В Москве, да, мне сейчас сказали. А почему вы не подошли к часу? А мне только сейчас сказали. Подойди сюда. Но мне только сейчас сказали. Я подошла сразу. Понимаете, что у вас там время до половины второго? Вопросы не ко мне. А к кому? Дозвониться до главного врача Ненецкой окружной больницы и выяснить, почему в кабинете на начало приема нет сотрудника, нам не удалось. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».